ужин плов, а мальчики на фоне ломают сосны. Сухие. Шоу. Ух ты, какой острый. Чеснок? Я сейчас икну. Ага. Ядреный. Угу. Очень ядреный. Понимаешь, вот, Лен, я не знаю, с чем это связано, но вот я вдруг почувствовала себя прям вот дома. Да? Как будто я, знаешь, даже не дома, а у бабушки. В таком, да? В теплом бабушкином доме. Да, не понимаю, почему, да, но вот мне прям так хорошо, на душе тепло. Я тоже не понимаю, из-за чего бы это вдруг. Не знаю. Да, насажи. Красотуля, ты такой уют делаешь. Вот где бы ты ни находилась, вот с каждым днем у тебя такая фантазия работает. Завтра шторки, да, появятся? Не знаю. Он такой острый, что у меня аж сводит горло, как будто я икнуть хочу. Очень острый. Прям очень. А куда ж твои шторки эти? Филолетовые. Филолетовые делись. До дома лежат. Угу, где только. А чё ж ты на природу их не берешь, так бы себе штурочки повесили. Правда. Наверное, потому что в машине места нет вообще. А что, они много места занимают? Ну, не знаю. Просто его там вообще нет. Так бы, представляешь, натянули бы такой вот, сделали бы. Карниз, да? Да. У тебя мало шторок? Можно сервис на 12 персон. Зачем ты с собой вот такое расстояние вот, везла этот ковер? Замечательный. Ковры же они... Вот ты заметил? А еще как! И обычно ковры, не знаю, это где их на стены? У бабушек. Вешают. Она же говорит, я чувствую себя как в деревне у бабушки. Ага. Вот что. Вот острый. Аж мурашки по телу идут. А ты обратила внимание, что когда я в салат добавляю, я не просто режу, я еще раздавливаю его, чтобы он на зуб не попадался, кусочек чеснока, потому что я знаю, что это за чеснок. Огонь. Ядрёно, я тебе говорю, у меня мурашки по телу идут от этого. А я мог борщевым готовить. Как? А, нет, Леночка, если я решила с мяса, то можно там это дымлянул. А он борща хотел? Рембо. Ни хрена себе, Светара, ты вообще супер. Там топор с одного удара на пол бревна заходит. Да ладно. Ну. Ничего себе. Ты вот когда по, ну, сбоку, чух, он на пол, наполовину заходит. Потом тук сверху. Откололось. Да? Как перевернул. Опять наполовину. Буздякский борщ. Буздякский. О, борщ. Буздякский. Буздякский. Так кофе хочется. Кофе хочется. Кофе хочется, Виталий. Аж переночевать негде, да? Как? Я говорю, аж переночевать негде. Да. Как хочется кофе. Я вижу. Так ты сувель пойдешь завтра драть с дерева или нет? Вопрос. Конечно. Он тут маленький? Да. Ну да. Он размером с кулак. Ну он цельный. Да. Он прям круглый, идеально круглый. Если этот видела, какой он, туда вот завернут. Как гусиное яичко. Больше. Ага. Как яблоко. Как это? Вот как кулак. Страуса яйцо. Нет. Поменьше. Да как кулак, Андрей. Вот видишь кулак? Твой кулак. Да, вот видишь его? Он может и увеличиться, он может и уменьшаться. Чуешь, чем пахнет? Нет, вот видишь кулак, объясни. Если просто сейчас. Сейчас... Да. Видишь, вот такой же сувель. Вот. Не как яйцо, это, не как журавль, все, не как груша. Все так как просто, яйцо? Да? А? Все так просто. Только здесь на нем золота бриллиантов нет. К сожалению. Мелкие косточки, зараза. Прям в десну воткнулась.
золота бриллиантов на нем нет, но он может стоить как золото бриллиантов. Да? Да. И тогда я с ним такие вещи сделаю, что он внуки, да? Правнуки. Правнуки, да. Правнуки будут гордиться, что у нас был такой прапрадед. Не, они будут потом в будущем здорово богаты просто от того, что у меня такой кусочек древесины. Его даже перерабатывать не надо, просто попытаться его сохранить. Ничего себе. Да. Что значит уложить, да? Идею. Ой. Такую. Не, ну это, конечно, ой, очень. Ой, мамочки. Может, еще? Долгое время. Не знаю. Сейчас на кофе гляну. Секунду. Кофейку, наверное, все-таки выпью. Виталь. Я не могу смеяться, я так объелась. Это я тебе показывала сегодня раз, потом два. Лене показывала, а, тебе вот так показывала. Лене показывала вот так, другой рукой. А, ой, вот это, вот так надо. Да. И что? Сделали так? Нет. 8 минут. Кофейку нальешь, Виталь? Сейчас как чихну. А как я могу налить-то? Я же кофеек не извергаю. Ломки. Ты говоришь, кофеек не извергаю. Кофемашину заказывали? Да, будьте так любезны, спасибо. Сейчас бумажечку-то выкину. Полную? Половину. Чуть больше половинки, будьте так любезны. Не знаю, правда, что ли, ложечку еще съесть? Ну? Я говорю, я так наелась. Правда, еще ложечку съесть, ну давай. Кого? Ну как, ложечку. Я не знаю, какую там ложечку. Вот эту, например. Может... Вот эту? Нет, вот эту. Ложечку мыть легче. И одну ложечку, что... Охренеть, ложечка. Ну, ложечка же. Я говорю, одну ложечку, ложечка. Что-то на... Ой, как раз мой любимый вкусный кусок. Шкварочки, они классные. Я уже там колупала-колупала шкварочки. Мне тоже, походу, повезло маленько. А чесночка тебе почистить? Он жгучий. Очень жгучий, Виталь. Чересчур. Да я ж не прям. Я люблю лук и сал, это, чеснок только с салом. Да? А не знаю, почему. А у меня вот, лук не очень. А селедкой. А чеснок. Ну, лук, селедка. А с супом. Везде идет у меня. Вот особенно мне понравился, Оль, когда ты вот рыбу делала именно с чесночком. Красный. Обалдеть. Угу. Я вот, тоже люблю. Незабываемые вкусовые, так сказать, ощущения. Жалко, что у нас нет здесь кумжи большой, килограмм на 5. Угу. Мы бы засолили бы, угу. Покоптили бы. Много о чем можно сказать, жалко, что у нас нет. Я знаю, куда надо ехать, чтобы ее поймать. Только не кумжу, а другую рыбу. Вуксу. Форель. Да. Видишь, я мысли как читаю. Просто. Ну а что, там в Уксе форели есть? Там чуть выше есть речки. И там ловят. Можно попробовать поймать. Ну там красная вода. Да. Мы доезжали до туда, где вот дорогу делают через булыжники вот эти, да? Там, угу. Камни. Да, да. Я вот умом понимаю, что она чистая. Я умом это понимаю. А пересилить себя пить такую воду я не смогу. Я тебе больше скажу. Мы плывем по лодке, по реке на лодке. С речки такая течет, а в Ладоге-то она такая же, как здесь. Вот мы плывем по речке, из которой мы варим еду, пьем воду, да? Плывем на лодке. Я хочу пить. Я говорю, пить хочу. Кира говорит, вон. Ну, типа, черпани рукой. А я себя пересилить, я пила сегодня, вчера, отсюда, все. Но черпануть рукой и глотнуть отсюда, я так и не смогла. Я вышла на берег, поела черники, там, морожки, вот, чтобы как-то себе... Наоборот, думаешь, а я не смогла, я прям не могу, раз, у меня... Зачерпнул, вот здесь, выпил, знаешь, такое, как это, шторка, пить не буду. Ой, ладно, спасибо, приятного аппетита вам, дорогие мои друзья. Ой, что пришло?